Привет, друзья, привет, привет. Вот наступил еще один день. День беготни. Сегодня пятница, все 5 дней я пробегала за документами. И даже в России у меня все дела происходят через 5-ю точку. Честно-честно. За что бы я ни взялась, у меня какие-то препятствия, преграды. Все это продолжается. В общем, решение суда мне исправили, я его вчера заверила нотариально. Настолько забегалась моя невнимательность, мама моя заметила. На моем свидетельстве о рождении, в новом формате с QR-кодом, прописаны мои родители и их даты рождения. Раньше даты рождения не писали. Так вот, дату рождения моей мамы ошиблись месяцем. Вот, я поехала сегодня в ЗАГС. Они подняли архивные данные 79-го года и показывают мне, что в акте свидетельство о рождении мое, когда я родилась, были поданы сведения, что моя мама родилась в апреле. 2 апреля, хотя у нее день рождения 2 января. Я показываю паспорт, она говорит, я ничего не могу поделать для того, чтобы это исправить. Нужно делать запрос там, где она родилась, в Татарстане. В общем, мне нужно будет теперь свидетельство о рождении мамы и свидетельство о браке повести к ним. Вот, из-за одной ошибки 79-го года теперь у меня свидетельство о рождении написано неправильно, дата рождения мамы. Не знаю, насколько это важно для Турции. Я думаю, что они просили свидетельство о рождении мое, чтобы было указано мое место рождения, дата рождения и как зовут моих родителей. В принципе, дату рождения моих родителей они не запрашивали. Но будем надеяться, что такое свидетельство о рождении прокатит, потому что делать запрос, исправлять — это очень долгая история. А в понедельник я планировала уже поехать в Уфу, в понедельник либо во вторник. Потому что номера я не смогла снять. Не могу снять один болтик. Ехать со старыми номерами, имея новые, рискованно на трассе, да, для гаишников. В общем, так ездить нельзя. Поэтому у меня папа в понедельник, скорее всего, выйдет. Хотя его состояние оставляет желать лучшего. Сегодня я отвезла еще один новый препарат, лекарственный препарат. Через день какие-то лекарства просят и просят. Ну, наверное, в больнице нет этих препаратов, не знаю. Вот, съездила к нему, сейчас еще раз отвезла книгу для чтения. Отвезла тройник, потому что у них вертикальные эти розетки, а ему нужно поставить раптор. Хотя у раптора тоже, по-моему, вилка крутится. Ну, видимо, не посмотрел. Очень много комаров, говорит, невозможно спать. Вот с понедельника до пятницы вот так вот мы бегаем. То в больницу, то по документам, то в магазин, то с Османом. Вот. Бабушка очень сильно устала сегодня, так что мы пойдем, наверное, к сестре с ночевкой, чтобы мама отдохнула. Сегодня ночью Османчик тоже не очень хорошо спал, это заложенность носа, не заложенность, а то у него там сопли пузырями, и ночью он не дает мне прочистить специальным, помните, у меня был отсос, аппликатор, не дает он мне прочистить, вот, поэтому ночью я его не трогала, он опять вскочил, видимо, видел какой-то сон, кричал, что-то там просил, бака, собака, еще что-то. Эмоций очень много. Вот. Ну что, подъехала я домой, сходила за продуктами, вот. И надо еще дома убраться, помыть полы. На этом я прощаюсь. До новых встреч. Huh?
Вот, молодец. Блайтер в утро. Ножками. Утро блайтер. Осман. Вот так сядь. Вот как мама села. Вот так сядь на коленки. Ты широ я клад. Ёх, она ведь мама как встала. Улом. Вот. Вот. Теперь вот так. Во. Шла у меня. Мама, да? Молодец. Да, шла, шла, я. Все, молодец. Молодец, мы сын? Тетя? Вкусно малина, улом? Малина какая? Малина вкусная, ах, да? Остатки сладкие, улом. Ногти подстричь надо, улом, все. Ахма? Малина. Кака. Малина. Кака. Коя. Коя кака. Малина. Что это? Шишки? Шишки. Давай, собирай шишки, поехали. Шишки. Шишки. Машинка упала твоя. Что еще увидел нового? Как? Шишки, да, вышел, говорит, шишки. Шишки. Хи-хи. Все, хватит, улом. Это грязная, брось эту шишку грязную. Это чистая. Видишь, ручки грязные стали. Давай, тащи машинку. Все, хватит, 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 Осман. Пошли. Не вижу, что снимаю. Пойдем ку-ку-ку посмотрим. Яблочки упали, да? Да, яблочки собрать надо бабушке дать. А ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Ты ку-ку-ку дашь яблочко? Ку-ку-ку. 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 А там не надо брать. Не надо. Осман, не надо там. Все, хватит. Бабушка ругаться будет. Положи. Это зимний сорт. Пусть висят. Не трогай больше. Вот которые упали, только бери, ладно? Все, молодец. А, Аиста тоже. Он не ест такое. Иди сюда, ку-ку-ку положи. Зачем бросаешься? На шишку свою. Хи-хи. Хи-хи. Машинка твоя упала по дороге. Держи. Моя. 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 Моя.
Малина? Малину пойдем смотреть? А? Пошли. Ну-ка. Собрали весь виноград. Вышло около 10 ведер. А, 9 ведер. Оставили вот чуть-чуть на покушать. Виноград, виноград. Пойдем еще посмотрим, что там есть. Да, вот наши прогулки в огороде, да, Сман? Выходим на 15-20 минут подышать. Там яблоки, фу, все, сгнили. Не надо, это нехорошие яблочки уже. Ты по грядкам пошел, эй, не наступай туда. Да, вот отсюда проходи. Что там? Помидоры, да. Помидорчики. Помидоры. Остатки. Да, остатки, да ведь? Это зеленый помидор. А вот жгучий перец турецкий. Посадить посадили, а кушать некому. Кое-кто просил мою маму посадить. Не будем называть, кто. Кабачки. Что это? Агу. Огурец, правильно. Это перец. Перец. А где капуста? Капу. Помидор. Па. Агуа. Огурец, да, молодец. И там огурец. А это что? Осман. А это что? Не то. Да, да, огурец, колючий улом. А это что, Осман? Осман. А это что? Огурец. А вот это что? Осман. Вот это что такое? Осман, Осман, смотри. Это что? Какука. Капуста. Капуста. Капуста, да. Моя. Угу. Малину хочешь посмотреть? Давай пойдем посмотрим. Да, бабушка вчера малину нашла в сентябре. Сейчас укропчик соберем, Османчик, к супчику. А? Угу. Да, всем пока-пока, скажи. Да, угу. Что это? Малина? Это ведь не малина, Осман. Два. Пока-пока всем скажи. Пока-пока. Пока-пока. Что? Это калина. Калина. У-у. Кто так у-у делает? Сова? Где там сову увидел? Нету совы там? Ладно, пока-пока всем скажи, друзьям. Пока-пока, друзья. Шишки, да, шишки. Вот мама малину нашла тебе, Османчик. Османчик. Тыква. Тыква. Тыква, говорит. Чуть-чуть малинка есть. Ее помоем, дадим Османчику. Пойдем дальше. Да, я малину собрала тебе. Пойдем. Пойдем. Малина понравилась мальчику. Мальчику нашему. Да. Что здесь? Боярышник растет.
Свекла. Кабачки. 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 А вот свекла красная. Смотри, вот свекла красная. Видишь? Свекла. Свекла, да. Свекла. Да. Пойдем. Пойдем помоем малинку. Свекла. Пошли. Укропчик соберем к супчику. Пойдем. Вот же ежик сидит. Ежик. Привет, скажи, ежик. А еще кто есть там? Кря-кря-кря. Есть уточка, да? Кря-кря-кря. Не упади в водичку. Кря-кря-кря. Уточка. Ой, маленькая уточка. А еще кто есть там? Лягушка? Да. Там уточка маленькая. Кря-кря-кря. Кря-кря-кря, да? А где квакушка, лягушка? Где квакушка, лягушка? Она мокрая, грязная. Пойдем огурчики посмотрим. Потом возьмем. Пойдем огурчики посмотрим. Где огурчики? Огурцы. Где огурцы? Пойдем огурцы возьмем, посмотрим. Может, еще съедобные есть? Не беги, не беги. Молодец, курдем, курдем, ае. О, молодец. Пирог, да? Пирог. Пирог, Мусман? Пирог, деген. Булгат, булгат. Шарлотка, деген. Шарлотка. А узел мне? Ладно, давай. Молодец, Осман. Повар. Мало, мало. Пирог. Пирог. Гали, 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 гали. Осман. Я и так не делаю, улом. Гали, 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 скажи. Осман, гали, 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 скажи. Гали, 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 гали. Гали, 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 гали. Гали, 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 скажи. Османчик. Гали, гали, гали. Эй, так не делай, больно будет маме. Ты что делаешь? Ты что дерешься? Дай сюда. Дай сюда ложку. Дай. Иди отнеси на место.